Из города нужно выносить все вредные объекты. Я очень уважаю British Tobacco, но эту фабрику надо выносить из города. И многие другие предприятия. Следующий вопрос. У нас сегодня в городе много районов, на мой взгляд, 6. Я полагаю, что должно быть 4 больших округа. Это Северный Ленинский, Южный Заводской, Центральный Фрунзенский, Октябрьский и Волжский, Кировский и Волжский. Я понимаю, у этой инициативы будут как и сторонники, так и противники. Нужно провести общественные слушания, нужно провести большую разъяснительную работу. Представьте себе на минуточку, да, если к власти пришел Зюганов. Что, опять баррикады, опять революция? Он что, в одночасье решит все наши проблемы? Появятся заводы, фабрики и так далее? Да здравствует вперед с красным флажком? Да и ничего подобного. Она ему, честно говоря, и не нужна, эта власть. Ему нужно теплое кресло в Москве, в Думе. И все. Так и Жириновскому сегодня на баррикады никто не пойдет. Не пойдет, потому что понимает, что на баррикадах только кровь проливается. На баррикадах нет рабочих мест, там только кровь. Есть страшные вещи, когда первое лицо губернии говорит, что я член команды, и тут же эту команду подводит. Да? Я никогда не пойму, если у нас в Новобурасах плохо, если у нас в Духовницке плохо, если у нас в Энгельсе плохо, если у нас в Балашове плохо, в Саратове плохо, а вот в области у нас все хорошо. Позвольте, а из чего стоит Саратовская область? Вот это сплошь и рядом проявляется. Врать народу и врать власти. Ее и пинать-то не надо. У нас, знаете, еще в детстве говорили, лежачего не бьют. А он сегодня лежачий и никудышный. Он, извините, в дерьме. Я был и есть единственный всенародно избранный губернатор. Первый и крайний. Когда-нибудь настанет такое время, когда Дмитрий Яцков просто захочет почувствовать себя пенсионером и перестанет работать? Не почувствовать никогда.